Короткая нота должна быть одета так же, как было «Несундорма», и так же вниз грудочка. «Несундорма». Поем каждую ноту. Он поет на опоре, кстати. Он поет на опоре, но он поет длинные ноты. «Несундорма». Удлиняя каждую. Вот для него 16-я сейчас должна как бы стать 8-й. Но это как период, это не навсегда. Просто чтобы он понял, что без пения коротких нот итальянская не будет... То есть он поет слишком длинно. Он поет ее слишком длинно, да. Надо. То есть он ее почти не поет. Вот ее он поет без дыхания. Угу. Понимаете? Попробуем, да? Под мою линию, смотрите, дом, и подхватите, пожалуйста. Вот это фре, достаточно, надо опевать фре, и да, коротенькое дело тоже опеть надо. Понимаете, как не играет инструмент, ничего. Как играет инструмент оркестра. Голос богаче, чем инструментарий оркестровый, угу. А вы его делаете, подкладываетесь под оркестр. Он должен вести за собой линию, это высшая степень будет, она мастерство. На конкурс он будет есть, показывать мастерство. Понимаете? Угу. Пожалуйста, подхватите тупуры, tell me, тупуры. Тупуры. Тупуры, надо «Рео принципесса». «Рео». Да, «Рео». Это надо петь. Значит, сюда, здесь нет пауз. «Песа», не «песа», а «песа». 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 Только перехватить дыхание. Вы поете «песа». И рвете линию вашу, да? Чуточек тупура. Тупуре о принципесса, песа, пе. Тупуре. Тупуре о принципесса, песа, песа, гуа, вы делаете крещендо, да. Гуа, в последний момент только дышим. Он написал бы паузу, нет пауз, посмотрите здесь. Во всей странице нет ни одной паузы в вашей линии, вы видите, да? И дальше так же, он пишет длиннющие фразы. Еще раз тупуры. Понял. Держим. Эти спирали.
Но оно не субито, а здесь, если здесь форта, то здесь меццо-форта, понимаете, да? Но вы должны чуть-чуть вдохнуть и дать чуро первое чуть-чуть легче. Да-да-да, совершенно верно. Понимаешь? Еще звучит. Понимаете? Угу. Надо учить язык его первого числа. Конечно, он это понял. Гуд. Молодец. Давай. Да мне все понятно. Мне, в принципе, все понятно. Можно и без паяться. Давайте послушаем. Давайте, где паяться? Где паяться? Где вертолом? Вот это что? Нет, это, наверное. Если он не будет знать язык, вообще ничего. Ну, это понятно. Может, уже на одном мальгоне на английском писать никто не будет, правильно? Английский, международный язык, в порядке, в самом примитивном. Это можно мне не объяснять. В самом примитивном, что у нас. Вот выступление. Папа, правильно, правильно. Я найду, не волнуйся, вот это загорится, вот это загорится. Что-то расписал. Да. Слушайте, первая нота оркестра, и подождите, стоп. Речитар. Речитар. Отсюда в темпе. Речитар. Entre pres, слово вдали. Рано, ритм, ритм. Ритм. Речитар. Абсолютный темп. Это речитатив должен быть организованный, а не так, как вам нравится здесь петь. Еще раз. Речитар, ментре пресо вандалирио. Рано. Девочки, вам переодеться надо, да, мы выйдем. Хорошо? Не можете ли выходить? Да? Мы отвернемся тогда, ладно? Да. Не смотреть на девочек. Посмотрите, как я снимала. Одну длинную ноту. Ее. Хорошо? Давай. Речитар. Речитар. Ментре. Ментре. Абсолютно все в темпе, пожалуйста. Речитар, ментре пресо вандалирио.
dopo. Spus! Ритм, ритм, здесь ритм вольный вы делаете. Нельзя петь так вольно. Нет. Нельзя, не пойдет это делать. Я ритм no good. Но он написал все, написал. Не надо придумывать ничего, пожалуйста.